Будьте здоровы, и проводы белых ночей станут заключительными спектаклями. Русский драматический театр завершает 72-й сезон. Зрители насладились яркими премьерами: Руслан и Людмила, Проводы белых ночей, За закрытыми дверями, Ганди молчал по субботам, Пьяные, Волшебные башмаки. Маленьких зрителей ждет летняя премьера, сказка «Три поросенка». Летом у нас будет сказка «Три поросенка» для детей, которые мы традиционно к 1 июня обычно готовим, Дню защиты детей. Потом мы будем играть ее с октября месяца для всех уже жителей. Заключительные спектакли пройдут 12-13 мая в 18 часов.